Телефон, памперсы и рубашки. Этим Людмила Темникова пополнила склад гуманитарной помощи. В пункт сбора она пришла впервые. Говорит, если будет возможность, вернется обязательно. И чтобы все было хорошо, и чтобы людей помогали, это нужно, наверное, тем более сейчас. Ну и как сказать? И чтобы быстрее все это закончилось, и наши возвращались домой, живые и здоровые. Склад каждый день пополняется, а сегодня волонтеры помогают его разгружать. Готовят к отправке помощь 5 госпиталям ЛНР. Из главного по 8 инвалидных колясок и тростей, 12 пар костылей, а еще медикаменты, памперсы, пеленки. Центральной точкой отправки стал общественный центр на Химиков 72Б. Мы работаем без выходных. И хотелось бы сказать, что у нас есть дружная команда волонтеров-общественников, 23 человека, которые... приходят, не считая со временем, со своими делами, приходят и вносят свою лепту в нашу победу. Сегодня волонтеры загрузили полную газель. Также в госпитале отправят продукты, одежду, обувь, средства гигиены, а еще письма и рисунки от нижнекамских школьников. В некоторые спрятаны небольшие подарки. Есть конвертики отдельные. Конфетки приклеивают. Вот, например, видите? Ребятки приклеивают конфетки нашим солдатам. Сразу после отправки начнется новый сбор для госпиталей. Люди там нуждаются в особой поддержке. Параллельно с этим волонтеры готовят гуманитарную помощь для добровольцев и мобилизованных. Вера Муратова, Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР.